И уже скоро я сделаю следующее. Встану с этого хреново стула, сломаю этому рожу, этого парну за такой взгляд. Короче, убью всех козлов за 7 секунд. А я сделаю так. Сброшу наручники и вырублю его. Ага. Его. Ага. И его. С разбега. Нет, не его. Этот же мой. Выбери другого. В смысле твой? Он, блин, мой. Нифига, ему я ломаю рожу. Их же много, выбери другого. Чуть-чуть жалко. Замени одного. Вон тот подойдет. Крупненький. Переросток. Вот ему и сломай. Нет, он слишком большой. О, начинаю. Вот это, блядь, вот это мое, блядь, давай. У меня оружия нет. Блин, может, типа были ключи, они там встали. Слышишь, а что, мы мясник исчез, да? Кто? Мясник, блядь. А, не, не исчезло, все вроде. Вот куда ты бежишь, блядь, ебать? Скажи мне, вот куда ты бежишь? Цитадель, я отметил, блядь. Ты лутаться бежишь опять? Цитадель отметил, мне оружие надо, мне оружие, блядь. Ну зачем я тебе, блядь, буду устраивать тут? Да, блядь, ебать, в Ютубе видел пацан, блядь, он без оружия ебашит всех нахуй. Да пусть ебашит, я так не знаю. Он, блядь, чисто ножами. Так, вчера был такой, мы в поезде, короче, хуярим, ебать, а вот он запрыгнул, не знаю, мы там лутаемся, блядь. Он запрыгнул, нас двоих нахуй кулаками захуярил, ебать, и съебал дальше. Ну вот, это, наверное, этот ютубер, блядь, ебать. Я вообще не понял, что тут хуйня, главное, так тихо, что меня кто-то пиздит. Я пока, блядь, развернулся, уже все, лежу нахуй. Ну, ни у кого ключа нет, вообще, блядь, да? А там фишка, понял, что ему в комментариях пишут, типа, сделай так. И он, короче, делает так и записывает. Ну, красавчик, ебать. Тут, короче, пусто, блядь. Как капуста, нахуй. Ключ от цитадели надо найти. Слышишь, есть дешевое вино. Будешь бухать? Вот. Ой, какая добыча. О, я сумку нашел, Анатолий. Ты нашел что-нибудь? Да, блядь, ищу за ним. В смысле? Да нет, изолента всякая хуйня, блядь. Ну это рацию подлатать, чтоб. Нашел ключ от какой-то Альмазры. От музея. Альмазры Гузеева. Я нашел. Вот, нашел. Я тоже нашел. Сейчас я БПЛА включу и нахуй тебе. У вас, наверное, вот справа, блядь, там, наверное, ребята есть.
Житель болота появился. Вертолет прилетел. Ультра-1, похоже, в вашем районе все тихо. А это боты, все боты. Я помечаю. Ультра-1, ваш напарник ранен, вы под обстрелом. Поднимите, пожалуйста. Скиллс, ты ближе всех. Я далеко. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте внимательны. Давай, я тебя прикрою, если что. Вот, я тебя помечаю. Ультра-1, беспилотник уходит на дозаправку. Отметил пехоту противника. Заебали везде, блядь, ёлку. Давай в окошко вылазь, в двери. Вот, ползи, давай. О, я тебя вижу. Не дополз, блядь. Добей его. Аккуратно. Слышишь, а тут никого нету даже. Странно что-то, блядь. А подожди, блядь. Да я вижу просто. Вообще никого. Да хули все гасятся, блядь. Спасибо. Сюда идите. Где я? Сейчас, дай, блядь, доутать ящики. Вот ты жадный лут, Вася, блядь. Я погонял, она жадный лут. Вон, я нашел охоту на отряд. Берем. Контракт отмечен. Да-да, давай, погнали. Давай. Сейчас будем, Вася, рубиться. Вася. Давай. Контент так контент. Ебать его в срак. Видели все, блядь? Да-да. Внимание, удар, противника. Погнали, что ты тормозишь? Я тут уже, Анатолий. Лассерман, блядь. Хуя, блядь. Человек-паук, блядь, ебать. Точно, блядь. Кто там орёт? Блядь, за километр, нахуй, ебать. Мы пока доедем, блядь, уже и время закончится. А ты еще в обход, да, чтобы время подольше. Куда мы едем? За отрядом. Вон череп нарисованный. 1500. Мы же мы же тигры. Давай сейчас будем ебашить. Да, там весело сейчас такое будет. Да нормально, что ты паришься, блядь? Ты зашел что, играть, блядь? Или в Человека-паука играть, блядь? Налево, Анатолий, блядь. Во, да, вот так. Давай, сейчас вот заворачиваю налево. По-моему, за нами едут. Блядь, я еду, я. А, ты. Все, я понял. Блядь, на Димона голос похож. Ну, немного есть, да. Толян, ты не туда едешь, заебал, налево. Тут так вот вылез. Вот, налево. Выезжай, вот, как отлично. Ты вот так вот, как ты вот так вот вылез? Другую ты кнопку нажимаешь, чтобы вот этот вылез. Вон челюсти. Там вот челюсти. Ты уверен, точно? Да. А ну да, я гляну просто. Челики, стой, выйдите, заглушите моторы. Это бот. Боты. Вот поехали. Да не, ну и прям в открытую это... зачем? Вижу. Вот он. Вижу, там челик один. Там одиночка, давай раскидаем его. Вот тут тоже челик.
тут тоже. Они сейчас нас будут видеть. Там мне сейчас чел работал где-то, блядь. Пошли, пошли, пошли. Я на крышу, ребята. Слышите меня, ребята? Я с вами. Я за вас, я своих предал. Они в доме, они в доме. Полите их. Они в доме. Я понял, блин. Это боты. Все, он к нам пришел. Это палево. Это палево. Нас сейчас выследят, Толик. Нахуя он к нам пришел? Пускай, пускай. Они сейчас будут на меня выходить, вы их примите. Они сейчас будут по-любому выходить на меня. Вы их примите. На мосту. Да, за эту грязь просто. Кто у нас раненый, блядь? Нихуя ты молодец, красава. А там еще остался, да, по-моему? Мы раши. Виа раша. Там один ушел. Один ушел, по-моему. Не, где еще, блин, чемодан? Трупа. Это казни солдерс. Вот, сука. Их там двое. Я ранена. Поторопился, не надо было. Пидорас, граната чуку кинул. Там их двое, двое. Минус один. Спасибо большое. Фигня, царапина. Ультрари, вам идет подкрепление противника. Мы наносим минометный удар. Блять, сзади стреляют, летали. Да я только поднялся, подожди, блять. С вашей стороны стреляют. С вашей стороны, ваши треки, с вашей. Ультра-1, мы заметили рост активности в вашем районе. Будьте начеку. Ультра-1, ваш напарник ранен. Вы...
это снайпер. Бля, откуда он бьет, пидор, сука? Сейчас найдем. Над нами их беспилотник. Я, бля, даже не успеваю вылететь. Бля, вот муша, выпрыгнулся, вот. Вижу. Тут их трое, аккуратнее, трое! Блядь, вот где ты есть? Помоги, блядь, помоги! Минус. Он за машиной, под машиной лежит. Вот он. Он меня выпалил. Он под машиной лежит. Который чувак тебя побежал. Чувак побежал, ты его грохнул. С твоей стороны стрелял. Can you pick me up? Hello, can you pick me up, please? Hi. Hello. Hello, hello. Can you pick me up, please? Hello, Tom, please. А я его не вижу. No look. Peter, come on. Где? Я его не вижу. No look. Guys, no look. Sorry. Он где машина? Давайте раскидаем. Бля, вроде там нет его нихуя. Он съебал, наверное. Но я его не вижу. Бля, да. По-моему, вертушка там садится. Вертушка садится в эвакуацию или нет? Впереди никого не вижу. Халё, чё? Я твой скинчик забрал, да? Но ничего страшного. Блять, около меня, сука, здесь, чёрт! Поставил метку. Вижу. Их. Броню снял. Одного уложил. Да. Он пытался поднять своего. Да, ты. Вон он. Он за этим, за забором лежит. За забором, вот он. Он за забором. Минус. Ни хера, сидите здесь. Лечение, лечиться можно. Бери, я сейчас подниму по пути. Ушел один влево, слышишь? Жить будешь. Вот так надо, Анатолий, ходить, блядь, а не, блядь, лутаться, ебать, заебал. А я, блядь, и так его так. Фига. Что это было сейчас? Ну, я говорю, слева, там сзади меня был один. Мы его отпустили.
Там тройной, берите, кто он кому нужен. У кого двойные усиленные, берите тройной. Да я сейчас боеприпасы. Сейчас я посмотрю, где ребята сидят. Короче, наверх залезли, да? Скиллс, поднимайся сюда, не лазь один, пожалуйста. Я иду, иду, иду. А, там отряд. Да, не важно. Отряд, отряд, уходи оттуда. Они там между собой бьются. Да пусть бьются, надо их сейчас заберем. Вот он. Принято. Да, да, да. Вон второй. Только не стреляй, подожди, дай потянусь. Здесь пехота противника. Гоу. Я далеко. Минус один. Минус один. Снял, снял одного. Я одного снял. Ну добирайте, их там двое было всего. Надо двигаться к эвакуации, короче. Эвакуация, конечно. Ну, 3 минуты, ну, в принципе, нормально. Где ты еще одного снял? В доме или где? Или на крыше? Станция покупок отмечена. Вот там, кстати, вот там. Вот там они снимали челика. Да все, о, все, 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 да. Ебать. Текайте, текайте, текайте. Сейчас взорвется. Ну можно, да, на магазин сходить и уходить отсюда. Все, пошли что-нибудь купим. Да, на магазин и уходим отсюда. Бля, ебать, у меня самая реанимация. Ну дай пацанам спасти. Раз, два, кого... три, четыре, пять штук. Есть у кого-то сайенс реанимация? Ну, у четвертого точно есть, потому что там у этого типа, Виталик, их штук 30 было. Ну видишь. Хотите, он... я вам? Не, у меня есть. У меня есть. У меня есть тоже. Сейчас будет, блядь, и средний, и полусредний, блядь. Кучка, да, бежим у нас? Могут раскидать. Строим, строим, строим. Я красивый и бессмертный. А, все, я понял. Бля, я прицел бы на этой винтовке поменял. Оставил боеприпасы. Все, куда идем? Там можно потихоньку уходить отсюда. Эвакуация отмечена. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Бля, почему нельзя 5 автоматов брать? Ну пошли на эвакуацию. Вынесем оружие как раз и зайдем заново. Ну, парни. Вроде бы никого нету. Ну, 300 метров можно добежать. Блин, ну никого вроде бы не видно.
потому что ночь. Я в эту хую смотрю. Ну, теперь идем. Ультра-1, это Дина-4, иду. Ультра-1, это главный. Ветер распространяет радиацию. Не вылазь, не вылазь, не вылазь, не вылазь. Сиди здесь, не вылазь. Зря ты залез. Внизу сиди и все, не вылазь. Стреляйте, просто стреляйте. Еще один, блядь, бессмертный. Ну не тебе ж одному красивому быть и бессмертным. Ну, кстати, хочу сказать, сколько 5-6 отрядов произнесли. 3 или 4, по-моему. Почему 3? Первый, он одного разнес. Вторые пришли, третий, четвертый там, и пятый вот сейчас последний. Ну, 5 разнесли. Ну вот этот Тазмания, он же с другого отряда был, он нам помог, считай. Он так. Слушай, не зря мы его спешили забрали. Да он сам перепрыгнул. Он понял, что он один у нас, блядь, трое, дурачков, блядь. Ну, скорее всего, русскоязычный, потому что. Не, немец, он немец.